Друзья, всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами идеей вот такого сладкого подарка или сладкой открытки для дочери. Первую страницу, значит, я оформила вот так. Дорогая доченька, с днем рождения! Здесь приклеила картинку, которую распечатала на принтере, свечки и 30. Значит, предварительно я купила альбом. Желательно, чтобы у альбома были листики такие плотненькие, чтобы они смогли все удержать. Далее переворачиваем. И здесь, значит, я написала: 23 января 1994 года появилась наша маленькая. И приклеила шоколад Kinder. Ну, наш маленький ребенок, наша маленькая девочка. Можно приклеить любые шоколадные конфеты, либо киндер, либо с изображением ребенка. И здесь вот у Карины брат ей написал «Bon anniversaire, Карина» на французском языке, чтобы вот эти странички у нас не оставались пустыми. Так получается красивее. Оформление может быть, конечно, самое различное, и пожелания тоже. Далее переворачиваем страничку. И здесь у нас время пролетело так быстро. И я приклеила тик-так, тик-так. И значит, вот на эту страницу, которая рядом, приклеила часы, распечатала. Также я использовала краски, гуашь, подписывала фломастерами. Далее переворачиваем. Желаем тебе побольше здоровья, чтобы полететь на Марс. Ну вот приклеила конфетки Марс. Можно приклеить шоколадки. Я купила вот такие конфетки. Здесь много разных: и Баунти, и Марс, и Сникерс. Вот в таком формате можно купить. А можно купить именно шоколадки. Вот делайте, как вам удобнее. И здесь на этой страничке мы с сыном приклеили планеты разные и также добавили здесь еще галактика, и Milky Way, Млечный Путь. То есть все в теме планет как бы на этих страничках. Дальше переворачиваем страничку. И здесь у нас написано: желаем, чтобы твоя жизнь была такой же яркой, как M&M's. И здесь тоже вот приклеили вот такую открытку: с днем рождения и M&M's. Переворачиваем дальше. И пусть твоя жизнь будет такой же райской, как Баунти. Приклеили конфетки Баунти. И на этой страничке тоже распечатали вот такую красивую картинку: солнце, пальмы и Баунти. Что еще нужно? Конечно, можно такие же открытки делать и для девочек, и для мальчиков, и маленьких, и взрослых, для мужей, на День влюбленных, на 8 марта. В общем, включайте свою фантазию, получается очень приятно и оригинально. Далее, никогда не тормози перед трудностями. Сникерс. И здесь также распечатала вот такое изображение: лови от меня солнышко и заряжайся отличным настроением. Будь всегда на позитиве. Желаем, чтобы ваша семья, дочка у меня уже замужем, была такой же дружной, как Твикс. И здесь приклеили Твикс. И разные сердечки разукрасили с сыном. Продвигаемся дальше. Пусть на твоем лице будет всегда красивая улыбка. И здесь приклеили жвачки. Это может быть Орбит, ну или любые другие жвачки. Здесь распечатали смайликов. Дальше у нас: пусть у тебя будет все в шоколаде. И вот здесь приклеили шоколадку. Распечатали картинки, разукрасили. И последние две странички. Здесь у нас: мы тебя очень сильно любим. Кранч, хруст. То есть она нам разбила сердце. Ну, можно придумать другие какие-то подписи, пожелания с другими шоколадками. И здесь вот подписали: мама, папа, Света, Александр, Шаль, бабушка.
И здесь приклеили вот чупа-чупс, такие картиночки. Вот такой сладкий подарок у нас получился. По-моему, получилось очень оригинально. Напишите мне в ваших комментариях, понравилась ли вам такая идея. Всем желаю прекрасных дней рождений. Берегите себя и своих близких.